Ой, да не, чуть валяется. Лежит такой мех. Валяется 2 часа. Такие 2 часа. Сейчас скажу, часа уже 20:19 у нас. А он часа... Часов 6 валяется. И туда валяется, и сюда. Уже выспался, уже, блин, туда-сюда. Сейчас, Наташа, слышно? То не слышно, не слышно, то аж сюда слышно. О! О, блин. Выключу звук. А то понимаешь. Нельзя ж. В общем, валяется чип. Валит его, потому что повода. Ну, как повода? Ну, дождя нету. А, у нас потеплело. Ну, с плюс 10 до плюс почти 15 потеплело. И помимо самого башка полдня болела. Пока не напился чаю. Чаю с кофе. Чай, если у нас кофе, сейчас еще печеньки, налистники, все какое-то. Вот валяется, он валяется, потом... О, слышали? Блин, ну не этот слышали. Сегодня видели, как он лапы тин-тин-тин? Он сегодня на велосипеде катался на багажнике. О, он сейчас он лапами будет там бим-бим-бим делать. Он когда падал с велосипеда, он с этими лапами стал сейчас типа опа, выключи свет или не мешай мне досыпать. Снится ему сон какой-то велосипедный. Хвостом муха догоняет. Типа, ты как? А если тебя кис-кис позвать? Ми-ми-ми, вот так вот. Ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми. Ну, блин, как, уже надо вставать, он уже все выел, блин, вот даже вылезал миску, свежак сегодня, и выпил почти всю воду там осталось чуть. Вот, и сейчас я это иду на кухню, чаек себе делаю, блин, хотя уже полдесятого уже надо поесть, по-человечески, хотел сказать. Типа, поедим вначале, ну что, я печеньку с чаем, а ты этот, сосиску, то, что вчера ты не хотел есть, и мента это вместо этого доел весь мой полностью, всю, блин, селедку, хотел сказать, всю полную, целую эту. Чего ты хвостом телепаешь? Всю полную, целую рыбу. О, понял, как называется, кусок. Вот ты спишь, да, вообще? Ты спишь, а голова у тебя телепается. Дышишь ты? У него нос заложен. Я когда тишина в комнате, слышу такой звук. Это он. Это не сопли. Это не сопли. Это банально земля. Он что-то носом искал в земле. Это вот, вот эти козявки. Это мех. Это синяк. Он не отмывается. Точнее, сейчас он отмоется. Если я намочу вот этой штукой там, где забыл за бутылкой. За бутылкой, за чашкой. Вот. Кстати, воды тут нету, тут нет тоже воды. Я, в общем, пошел на кухню Филе тут делать. Во, пойду что-то... А, ему сосиска. Ладно. Мясная такая штука, сосиска. О, фу, получилось у меня. Сосиску подарил. Тепленькой. Или на сковородке, или в воде. Вот, и... Не знаю, если даже видно сюда, заняться с собой посуду, возьму всю посуду, ему положу, пусть встает. Тем более он на запах, он же сам встанет. Если будет запах, пахнуть будет сосиской. Потому что мента я больше нет. Осталась семга, но она уже соленая. Вот эти подтягушки. Подтягушки. Семга, она уже соленая, рассоленная. Ну, вот эта магазиновая. Не люблю я магазину. Люблю у нас тут рыбкомбинат у нас недалеко. Вот там, да, вот там вкусняшка. О, туда с чипом сходим, или он сам сходит, он назад еле лезет. Ну чип, блин, чем отличается чип от Кузи, а Кузя тоже не носил. А, был до этого у нас кот, как у нас, он тут он тоже жил. А я тоже фамилию забыл его. А, Кузьма. Вот тот был Кузяй, а до этого был Кузьма. Так Кузьма, в общем, на комбинат ходил. Ему тетки давали пакетик. Пакетик подцепляли ему. Или он зубами, или так на шею, на плечи, на рюкзачку делали. Ему где-то кило, полкило, полтора килограмма рыбы домой нес. Вот. Но сам наелся и нам еще как бы там копченые этой. Сейчас у меня что-нибудь вот эти. Как он называется, вот такие. Да не ментай, подожди, как сельдь. Не васи, васи-то мелкая. В общем, копченая это. Позже. Как же это называется?
Ой, я тупой, блин. Она в виде, скажем, желтая и темная спинка. Пузико желтенькое, а спинка темная. Сельдь не та. И васи это дешево в банках, да, а вот этот копченая именно. Такая же сельдь, блин. Хоть зауфуливай. Копченая. Копченый. Так, блин. Копченая сельдь. Видно, так и называется. Блин, ну не Иваси. Иваси это у нас копченая сельдь. Вот она, ну, скумбрия. О, блин, чтобы она была, блин, жива. Чтобы она постоянно была. Вот, скумбрия живая. Вот такая. Точнее, ах, вот это вот. Да не важно, под пиво, не под пиво. Вот она, вот это копченая. Не люблю. Копченую вот это копченая. А вот такую вот люблю. Не, сейчас я эту не такую. Сейчас нашу бы. Ну, в общем, у нас коптят вот таким, вот таким холодное копчение. Вот она. Можно давать, в общем. Ну и половинки люблю, а целые особенно люблю. Ну, со всем хозяйством, с этим, с икром, с молочком. Вот. Вот это обожаю. И ее чистить нафиг не надо. Потому что вот эту сель маленькую, блин, это ужас для меня, блин. Ну или все остальное. Все зависло, блин. В общем, поняли, да, вот такое. Ого, отвисло, блин. Только нажал. Да тут чип завис. А ты девался, ползевал, скажите, встать не может. Укачался, ушатался он. Вот, балык. Вот такой оси. Не вылечивается оно. Тоже когда балык и птица сама готовит, что это? Куриное. Хочу какой-то ты какие-то язвенные болезни вызывает, то это конечно, давайте нам побольше для язвы. Все, в общем, это и послабились на фотке, и туда не лезу. Все, пошел дальше, футбол включаю. ПТ закончили, ТТ, все отлично, погнали. Ой, потом нажмем, тоже нажмем, все, спим, отдыхаем, мы уже устали, называется. Вот мы и поспали. Давай, давай, почухай. Ой, блин, ты на меня вот землю кидаешь. Из ушей у тебя куски земли вылетают. Ты кабан, ты. Ну ладно, на постель залез, потому что лапы хоть помыл, и залез на постель. Потому что вот это место было занято, а там у нас, блин, места некуда лечь. О, а в новый домик он не хочет, потому что там скучно, темно. Услышали звук? Не слышали. Он опять забыл, как нужно мяукать, ну и отлично. Не надо нам вот эти мяу-мяу. Пусть вот что-то надо будет, он скажет. Я же его понимаю, понимаю. Чип будешь есть, минтай? А нету. Сосиски, блин, будешь есть? Сказал тип. Чуть не упал, блин. Все. Отдыхаем, погнали по кухне, на кухню.